Всем привет, народ. Сегодня продолжаем проходить Stan Quest. Так, там без меня разберутся, я думаю. Yeah.
Здесь была ожесточенная битва между людьми и чудовищами. Во время боя внезапно с ревом и рыканьем появились циклопы и разрушили мост. Мы пытаемся его восстановить, но дорога в Афины будет открыта не скоро. Это нужно было видеть. 3 удара дубиной, и мост рухнул. Ты сможешь пройти, когда мы починим мост? Нам потребуется еще несколько дней. Мост еще не готов. Тебе придется подождать. Мост еще не готов. Ждать мы не будем, поэтому в обход придется идти, разумеется. Yeah.
здорово, чувак. Встрели. Теперь пришло время с одним из братцев разобраться. Ты куда, блядь? Что, тебя бонесил, что ли? Thank you.
Ну да, что-то для этой уровня сложности они переборщили. Тут прям на каждой толпе стопоришься. Как бы не тонны, как в Диабле, но в Диабле они разматываются быстро. Тут прям сидишь. Каждую толпу надо так методично врезать, блин. Еще один брат подоспел, сучонок. Он потупил лучника, брат. Ой, тут скорее всего из выпадающих айтемов, потому что они, ну, на самом высоком уровне сложности выпадают самые козырные шмотки, потому что, блять, то, как прокачивается медленно уровень, это никак не поможет. Здорово. Стан-квест играем. Я раньше у них такой анимации атаки не замечал. Потому что убивал довольно быстро. Так, последний братец.
Блять, у меня хилки кончились, сука. Да второй стрим щиток. Не шибко далеко. Так, ладно, пойду тогда затарюсь хилками. Ну я с легендарки играю. Добро пожаловать, добро пожаловать. Я не сомневаюсь, что у меня ты найдешь все, что тебе нужно. Продаешь предметы, а золото только убывает. Хотя трачу. Заходи еще. Поболее, чем зарабатываю. А, до сих пор играешь? Ну он такой, да. Я уже по трейлеру, когда его начали портировать на ПК, уже понял, что это будет охуительно, и купил диск, он уже тогда на этом говняном Game for Windows Life был, но несмотря на это, у меня в принципе с этим сервисом, пока играл в DS, никаких проблем не было. Самое козырное — алебарда Черного Рыцаря, мне кажется. Но это на мой вкус. Ну, так он может был быстрее размотать, ладно. Так, с него меч какой-то еще дропнул. Гробы. Тигатана, да. Я не помню, в какой части DS, по-моему, еще и была катана, которая при ударе жизни забирала. Может, это вообще в демонах было. Но он когда как, он кому-то повезет, он выпадает, он кьюч не повезло, он не проходил. Мне в первом прохождении тоже не повезло, я клеймором бегал, блин. Пока мне алебарда черного рыцаря не убил. Но это уже было, по-моему, после Смолганштейна. Все самое сложное в самом плеймером проходил в тот момент. Катана хороша только, наверное, кровопусканием и все, в принципе. Урон у нее не гигантский. Хотя есть катана, по-моему, Квилек. Она. Ну, у нее сила зависит от человечности, которую ты сожрал. Чем больше сожрал человека, тем сильнее у него урон. Yeah.
Крах и ворон полетел. Что-то она какая-то реактивная. Я вот так выбил по приколу, но он мне не шибко сильно помогал. Так, сейчас басямба будет. Ну, во-первых, она мне нравится тем, что я могу контролировать врага, держа его на расстоянии. А во-вторых, это одно из самых сильных оружий, которое, ну, со средней скоростью атаки. То есть самые сильные это вот эти вот ёбы здоровые, которые ты держишь двумя руками и еле замахиваешься. Они, конечно, сильные, но у них скорость просто минимальная. А алебарда Черного Рыцаря, она по силе мало чем уступает, но достаточно быстро. Ну, быстрее гораздо, чем вот это все. Его грохнуть, не все поняли. Так. Грозовой кулак, блин, формула выпадает, ни к чем, блин. Какая она хоть по силе-то? Херовая. Воплощение зеркала. Воплощение кровожадности и деньги. Ванга. Это вообще будет на третьем акте только дропаться, я хер узнаю. Воплощение ярости, а рест еще и реликвия нужна. Че она дает? Урон от кровотечения, урон от кровотечения, урон от молнии. Кража энергии, урон от молнии. Шанс. Нет, не знаю, ботва какая-то. Для коллекции можешь выбить, это также нужно для ачивки, по-моему, одной. Но пользоваться ты вряд ли будешь. Потому что она как раз относится к тем, которые замах по миллиону лет. Ребятки остались живы, хоть бы пошли бы мне и помогли бы. Да, чистый воин.
Коса. А, это, наверное, коса этой Присциллы, которая в картине живет. Не, Кивич, по-моему, с обычной ходил. О нет, призраки, блин. Я даже эту заюзал, чтобы не дать урон. Они жирные и больно бьются. Очень интересно. Давайте идите сюда поближе. Ой, сколько заспаунит сразу. Так дело не пойдет. Они в контузию прибывают, блин, практически нисколько. Вангую, что ничего интересного не выполнит. Но эти штуки я не считаю за что-то интересное. Прометей, Гида Афина. И Гида Афина мы собрали, кстати. Там, где она тут? Вот. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Не знаю, я считаю удар из блока одним из самых бесполезных. Он с виду кажется удобным, там все дела. Но, во-первых, это, по-моему, сильно глушит сам урон. То есть ты не полный урон этим копьем можешь нанести. А во-вторых, ты вдвойне быстрее теряешь стамину. Потому что одновременно прикрываешься и бьешь. Это как-то трата сил, что ли. Thank you.
Unite. Там толп врагов-то в ДС особо не бывает. Ну, по крайней мере, подразумевается, что ты не будешь лезть в толпу. Черепаха прям. Заноза в жопе. Кстати, разрабы Path of Exile взяли и спиздили колеса, они там на втором круге, когда играешь, они там встречаются. Ты процессусы, что ли? Ну, с этого извращения начинается там, со сломанным мечом игру пройти там, на барабанах. Давай. О, призрачный защитник. Ты не можешь поднять больше. Ты не можешь поднять больше.
А, это щит, наверное. Вот на щиты мне везет, блин, очень. Всякое говнецо. Видение смерти. Блин, лучше какое-нибудь оружие по пизде выпало. Нет, щиты выпадают. Конечно, в теории у меня есть навыки защитника, но целую игру не завезли, завезли. Ну, во-первых, тут инвентарь вот настолько, и еще есть этот караванщик, который сидит в городе, не во всех городах, что примечательно. Вот. И через него можно передавать свои вещи другому своему этому персонажу. Так что сундуками тут можно считать персонажей даже. Там сделал персонажа, скинул ему там вещей, которые жалко продавать, но юзать не обязательно. По такому принципу. Я помню, один раз у меня там было персонажей 10, наверное, я создавал, чтобы там все барахло перекидывать. Но это у меня вообще со всех предыдущих уровней сложности, я просто с собой уже там места нет и все такое. Так, ладно, метнусь. Заодно затарюсь. Здравствуй. Прощай. У моих сундуков самые надежные запоры. Запоры? Так. Ну, криповый щит, да. Ненасытный кровопускатель какой-то мужик. До свидания. Come on.
я все ближе к этому страшному боссу. Прям некомфортно. Thank you.
успел лучше. Что? Ненавижу. Ага, это он еще не включил этот, блядь, усиление ударов. Я как-то успел. Это он может поставить вот такой же этот флагшток, который я могу сделать, и они бы все в два раза сильнее начали лупцевать. Тогда бы меня точно знали. Кабан. Приветствую тебя. Ты удивляешься, что видишь кентавра, которого не коснулось это безумие? Меня зовут Хирон. Я рад тебя видеть. К несчастью, сейчас я столкнулся с проблемой, которую не могу решить. Видишь ли, я уже давно живу в этих лесах вместе с другими обитателями, но сейчас все с ума посходили, особенно Ино. Жрица Минарту. Когда я остановился у ручья, чтобы испить воды, она украла мой волшебный лук и убежала в пещеру. Я кентавр, и мне туда не забраться, да и вообще нам, кентаврам, неудобно биться в темных и тесных пещерах. Если ты окажешь мне любезность и принесешь лук, я с удовольствием поделюсь с тобой своей мудростью и знаниями. Ино не выходит из пещеры уже 3 дня. Конечно же, она опасается моего гнева. Единственный способ вернуть лук – войти туда, но я туда точно не пролезу. Ино не выходит из пещеры уже 3 дня. Жрать надо меньше. Тогда будешь в пещеру провалить.
тут проход здоровенный. Давай, иди поближе. Катись. Прям стелс какой-то. Мне хочется со всей толпой драться сразу. Как грибу. Мой лук! Я очень тебе признателен и сдержу свое слово. Позволь, я благодарю тебя. Как думаешь, сколько мне лет? По твоим меркам я очень стар. Наверное, ты мне не поверишь, но я обучал юного Геракла военному искусству.
тебя выйдет толк. Люди не видят дальше собственного носа. Только когда о твоих подвигах сложат песни, они начнут делать. Это правда, всех охватило странное безумие. Даже мои собратья, кентавры, обычно не отличающиеся добротой, стали уж слишком злобными и жестокими. Они слышат чей-то зов и повинуются ему. Но кто или что их призывает, я не знаю. Спасибо тебе еще раз. И пусть удача не покинет тебя. Пойду затарюсь. Чувак, ты прямо на портале стал. Скоро до Дельфи доберемся. Нужен совет? Качество гарантирую. Серги, длинный шаг. Thank you.
поёт, блядь. Суки, блядь, свои сетками бабушкины меня облепили. Да вообще прям пюре его. Еще главное фонтан так далековато. Я не успел, по-моему, взять. Пиздец, блин. Так опыт не идет, его еще кусками отжирать буду. У него лук какой-то необычный. Да нет, залук какой-то. Сожжены или заброшены. Крестьяне бегут в города в поисках убежища. Я бы сказал, что враг уже всадил стрелу в грудь Греции. Если даже чудовища завтра уйдут, сколько еще людей умрет от голода? Сколько осталось без крова? Сколько семей разбито? Эти чудовища не боятся богов? Кажется, они ничего не боятся. Они думали, что нанесли обиду богам и приготовили грандиозную жертву Зевсу. 60 овец, коз и другой живности. Жертвоприношению все было готово, когда на них напали Менады и убили всех. Да, я думаю, Греции нанесена рана в самое сердце. А, оливковая роща. Да, правда, там растет священная олива. Ты можешь добраться до рощи по дороге. На твоем месте я бы держался от нее подальше. Дорога в Дельфи через Геликосский перевал трудна и опасна. Гнилые болота, а на холмах смертоносные Менады. Говорят, что священное дерево принадлежит древней Дриаде, дочери Деметры. А еще говорят, что однажды прекрасная женщина отвергла любовь Аполлона и убежала. И в отместку он превратил ее в дерево. Оливковая роща расположена на горе, но в течение трех последних ночей вершина горы была объята пламенем. Дурной знак, я бы туда не ходил. На твоем месте я бы не ходил в эту рощу. Я бы вообще держался подальше от Геликосского перевала. На твоем месте я бы не ходил в эту рощу. В горах у Геликосского перевала живет отличный кузнец. Поговаривают, что сам бог Гефест обучал Термера ремеслу.
Он дружелюбен, но ведет жизнь отшельника. Привет. Если ты найдешь его, он может что-нибудь продать. Нормально. Если ты ему понравишься. Тихонько. Термер настоящий мастер. Он делает замечательные вещи. Он бы уже давно разбогател, если бы не сторонился людей. Термер настоящий мастер. Я возвращался из Дельф с товарами и остановился на ночлег. Только я разбил лагерь рядом с развалинами, как до меня донесся стук костей и запах разложения. Я осмотрелся и увидел скелеты. Не, в этот раз не получится. Я прохожу на легенде уже готовым персонажем. Кто найдет мои вещи, может забирать их себе, мне все равно. Муторно. Я потерял свои товары, но зато выжил. По-моему, это справедливо. Я потерял свои товары. Я вижу, тебе приходится много путешествовать. Посмотри на мои товары. Возможно, тебя что-нибудь заинтересует. Прощай. Нет, аккаунтов у меня таких нет. Я вообще за магов не очень люблю играть. Ну, вот эта вот земля пиромантия я иногда использовал в, как сказать, в сочетании с ратным делом, но с духом нет, не пробовал даже. Прям рейпинг какой-то. Зажали. Thank you.
Блин, надо срочно искать какую-нибудь шмотку, чтобы проникающий урон хоть глушил, потому что это не пофиг. Шоколадный револьвер, да? Золотое руно тоже собрали. Но это такие часто выпадающие штуки, поэтому ничего удивительного. В моей роще на горе полыхает пожар. Священное дерево, может быть, и не пострадало, но чтобы добраться до него, тебе придется иметь дело с разъяренными бестиями. Я молю Деметру, чтобы она сберегла священное дерево. Я умоляю Аполлона поразить сатиров градом своих стрел. Чтобы добраться до священного дерева, тебе нужно подняться на гору и пройти через рощу. Оно возвышается на утесе над морем. Раньше путники всегда останавливались в моей роще, чтобы отдохнуть в тени великого дерева. Но теперь к ней близко никто не подходит. Подлые сатиры сожгли почти весь урожай. Иди в рощу, если хочешь. Но я уверен, что мой урожай совсем пропал. Иди в рощу, если хочешь. Ну, там уже скоро будет этот Лохнесс. Говорил про сатиров, а сатиров-то тут как раз и нет. Ой, герой-паук. Эфирная паутина, да.
разумеется, ничего интересного не выпало, блин. Это дичь. Сейчас будет маленькая проблема. Дерево уцелело? Это правда? Возможно, боги еще не оставили нас. Пусть Деметра одарит тебя здоровьем, богатством и долгой жизнью. Давай поближе, чуть-чуть ты ложка. Как пусть. Ну, благо фонтан недалеко. Так, ну и любопытно. Черня. Нет, кстати, два очка что-то до сих пор делают. А, это мне, наверное, осталось заданий. Тут три очка еще.
Ну да, тихо. Что рассказать про эту игру можно? То, что один из разрабов был разработчиком ранее первых двух Age of Empires. Что еще о ней можно сказать? Да, у нее история-то не то, чтобы такая прям увлекательная, что такое. Разрабы потом, ну, после, я не помню, после развала, что ли, или еще до развала THQ, они ушли, короче, создали свою студию, потом долгострой Grim Dawn выпустили, которому тоже скоро дополнение выйдет. Сюжет. Да, сюжет как 2 копейки, собственно. На Грецию, Египет и... как его? Китай обрушили злые силы и все такое. И, собственно, это все было завязано на том, что 3 Телхина, которые пытаются с помощью серпа Крона освободить Тифона и... свергнуть всех богов до Олимпа. На этом все. Ну, правда, в 4-м акте чуть-чуть другой сюжет, там уже надо будет Аида завалить. Потому что он там бузить много начал, все такое. Ты что, не играл ни разу, что ли, в эту игру? Вроде она довольно известная. Добро пожаловать! А, не зашла. Так, все продали. Прощай. Кто по жизни? Да хер его знает, воин какой-то рандомный. Предыстория у глав героев, что интересно, вообще никакой. Тут можно выбрать максимум пола и все. Персонаж. Нонейм, который там. Его уж только в 4-м акте начнут убить, титана звать. Сакрет. Да, ну, Сакрет тоже неплохая игрушка. У меня немного покупателей. Но... добрый день, они чем могу помочь? Они все-таки слишком разные. Так. Чего этого чувака интересно? Пока. Нет. Тоже мне великий кузнец. Втором Сакреде. Где я его, по-моему, только однажды проходил за этого, за рыцаря смерти. Не
вообще всегда милишники больше по душе были. Что первый я за гладиатор проходил. Ну да, я часто слышу про него, что за него многие играют, хотя я не знаю, он по внешнему виду только так сильно отличается. Я как-то за него попробовал поиграть, так вообще не удобно. Стрелками, лучниками и прочим мне тоже особо удобно не было никогда играть. Наверное, поэтому он мне не зашел. Жалко, после второй она что-то окончательно скатилась куда-то. Не в те поля. Про спин-офф-то я не говорю, который, как он там звал, Садэви. Что-то типа того, третья часть уже не то было. Так ли все-таки ближе к хак-н-слэшу, чем к такому RPG, где прям куча диалогов, выборы, все такое. Нет, диалоги есть в игре забавные, но выбора, да, никакого, поэтому. Для тех, кто ищет там какие-то многоходовочки в заданиях, эта игра не очень подходит.
Я не помню, сколько мне лет было, когда я с палачом познакомился, но я точно помню, что это была вторая часть. В принципе, видом она мне понравилась, но меня пошаговость прямо спугнула. Я больше к ней не возвращался. Следующий палач, который я все-таки смог пройти, это третий. К тому времени, наверное, еще даже с героем меча магии не познакомился. Прелесть, так сказать, пошаговости не познал. Может, если бы я познакомился с палачом после героя, то, может, мне бы и поболее зашло. Не уверен. Санитары. Это слишком. Она необычная, да, но слишком специфическая, немногим зайдет. Так, еще один герой. Ловец людей. Берусь.
Ох, опять кончились хилки, ёбаный. Да было бы что рассказывать. Все по-старому, все скучно, все однообразно. Новостей никаких. Что я могу для тебя сделать? Ну, жду, когда Cuphead релизнется в конце сентября. Ближайших игр. Да, все тлен. Ближайших игр, которые мне интересны. Так, что я натворил-то я? Я что-то отключил. А, вот, вернулся. Еще обосрался. Моцарта пойду в культуре в конце месяца. О, Моцарт это неплохо, да. Я, может, на выходных пойду, конечно, оно посмотрю. Народом собрались ходить, соберемся. Выходные. Хуя себе, чё это было? Ну просто как грибочки там охуярили. Кинотеатр? Нет, не боюсь. Это у вас в столицах там такое может случиться. У нас на Калужске. Я клоунов-то не видел уже сколько. У нас, конечно, есть цирк, но, блядь. Живых клоунов я уже давно не видел. Поэтому мне не страшно. Банды поехавших. Бомбануло. То есть в этой стране, блять, ебанутости хватает. Ну, взорвут и взорвут, поэтому. Взорвут и взорвут, поэтому как-то не особо интересно. Как будто от нас что-то зависит.
прям Гермес этот все. Так. Ты не первый человек, который приходит сюда, думая, что Аполлон защитит свой храм от чудовищ. Нет. Храм защищаем мы. Уже погибло столько воинов, а с небес не слетело ни одной стрелы или метеора, чтобы поразить врагов. Храму не был нанесен урон, и я постараюсь, чтобы так было и впредь. Прошлая ночь была самой тяжелой. Их было так много. Мы отправили беженцев во внутренний двор храма и просили Афину дать нам силы. Нам удалось отбиться. Да, они нифига не мы делают. Мы окружены чудовищами со всех сторон, но мы еще держимся. Мы окружены чудовищами. Все эти шатры, которые ты видишь на дорогах, путешественники, это все беженцы. Они пришли сюда, ведь после нашествия чудовищ им просто негде жить. Дельфийский оракул самый знаменитый. Философы и военачальники просят у него совета, и оракул никогда не ошибается. Ты знаешь об оракуле? Рассказывают, что во время пророчества жрица Пифия говорит не своим голосом, а голосом самого бога Аполлона. Сейчас здесь безопасно, но с каждым днем в Греции становится все хуже. Пой моими устами, о муза, и поведай о Троянской войне. Раздоры между богами стали причиной этой войны. Когда богиня Ирида бросила... Причину я так и не понял, потому что когда мы попадем на Олимп, там вообще будет комичная ситуация. Мудрая воительница Афина, царственная Гера и любвеобильная Афродита. Они нашли смертного наследника правителя Трои по имени Парис и попросили его разрешить спор. Гера предложила ему власть. Афина – храбрость и воинское искусство. Афродита – самую красивую женщину на земле. Парис выбрал женщину. Увы, красивейшей была Елена, жена микенского царя Менелая. И когда Парис похитил ее, Троя навлекла на себя гнев всей Греции. Греки отправились на штурм Трои вернуть похищенную. Множество храбрых воинов полегло на этой войне. Но основной сюжет тут практически не налегает на него, да. Нет, тут все предельно понятно, но куски просто остаются за кадром, так сказать. Сын Тетиса, на чью свадьбу не пригласили Эриду. Он вел греков к победе, но сам погиб. На этой войне пал и самый великий воин Греции. Его звали Ахиллес, сын Тетиса, на чью свадьбу не пригласили Эриду. Он вел греков к победе, но сам погиб на поле боя. На этой войне пал и самый... Когда сатиры напали на Дельфы, мой муж защищал город с оружием в руках. Он и еще несколько человек храбро сражались, но врагов было слишком много. Мне пригрезился сон, в котором он сказал, что не может перебраться через Тикс и попасть в Реп, пока за его смерть не отомстят. Еще он сказал, что его убил получеловек-полувепрь, который сейчас прячется под землей недалеко от Парнаса. Тень моего мужа ходит по берегу Стикса и не может обрести покой. Воистину, наступили суровые времена. Тень моего мужа ходит... Так. Тут ничего интересного. Thank you.
Мечи, щиты, зелья, поножи, луки, всевозможные шлемы. О, я могу вам помочь. Так. Приходи еще. Этот голос тоже, блин, на грани фол какой-то. Мы благодарим тебя за священный дар. Входи и предстань перед великим оракулом. Тайны будут раскрыты, а твои вопросы не останутся без ответов. Приветствуем тебя в главном священном храме Аполлона. О, Пульпу, ты пришел сюда получить предсказание. Ну да, это, вижу, наверное, после событий годовых. Тебя прислал Леонид, и ты заслуживаешь уважения. Если бог Аполлон того пожелает, я передам тебе его слова. Постой, постой! Я оракул великого Аполлона. Вижу будущее. Древние боги встают на пороге хаоса, мир охватившего. Зло на свободе, в землях и водах жаждет кровавого пиршества. Все, что посеет, в нас ужас и трепет. Множится, тьмою напитана. Бог или смертный будет повергнут в бездну страданий несчитанных. Кто же тот смертный, что недруга встретит грозным богам неподвластного? Жребий героя в схватке с судьбою сбросить оковы несчастья. Три светоча веры ведут тебя. Первый — в южные земли чудесные, второй — на востоке, к звериной берлоге, к победе над планами деспотов. Последний же светоч ведет за ответом, отринешь ли страх и бессилие. В грядущие двери ты зришь дальний берег, чтоб в шаге одном обрести его. Ты — необычный человек. Ты здесь, чтобы узнать, откуда взялись чудовища. У подножия горы Парнас находятся парнасские пещеры. Пройди через них, и в конце ты отыщешь ответ на свой вопрос. Не Гвендалин. Вроде не трап. Ты — необычный человек. Я все сказала. Теперь иди в пещеры у подножия Парнаса. Там лежит твоя судьба. Пусть Аполлон ведет тебя. Не знаю, всем обычно Присциллу жалко валить. Так, сейчас я отойду на секунду.
кого-то не мочил Кевич Присцилла. Ну да, она безобидная. Первый не атакует. Даже из ее душа ничего особо интересного сделать нельзя. Я ее ради ачивки один раз завалил. Да, канализация скучная. DLC, как тебе, Вероника, нормально пробежал или там, кстати, после Смога Эйнштейн можно сразу делать идти. Да, там пригорит, скорее всего. Потому что они за нас сзади, как на них не буду пить. Ну хз. Одни из самых сложных боссов в игре, по мне. Ты кого последний убивала, Смога или Эйнштейна?
Да, скорее всего, рандом. Ты говоришь, ты меч выбил от чёрного рыцаря. Тоже вполне себе можешь помочь пройти более-менее. Погоди. Ты говоришь, тебе надо было жердя валить последним для, ну, ради его доспехов, это смог, ты имеешь в виду. Но первым лег Пикачу. Ну, выходит, что ты со смогом и дралась в конце. Все правильно. Просто если бы Пикачу остался вторым, то там еще бы та жопа началась. Попробуй как-нибудь, если интересно, завалить смогу первым, потом он стоит. А, Пикачу остался. Ну вот, на него интересно начинать. А мне наоборот, мне смолга доспехи были не нужны, поэтому я мучился и валил за Эйнштейн первым. Ну, как не первым, а уже во второй форме. Да, неплохо защищает. Он попизже, чем этот смог-доспех. Смог-доспех, по-моему, вообще умный. Он и выглядит как хреновый. Пустота не особо. Давай я еще минут 20 с лишним буду стримить. Да, Борна закинули в нас за эти за камни выбить. Я вообще первый раз это увидел. Как негр по бабочке убивался, помню.
А, да фиг его знает, что она там делает. Когда ты с ней первый раз в лесу дерешься, там как-то все натянуто выглядело. Вот когда ты с ними в гроте встречался, где они тупо сидят там на своих местах и не агрятся, тогда еще более-менее понятно, что они типа не агрессивные сами себе существа. Если их не беспокоить. Ну, это и японщина уже такая. Там, понимаешь, там больше проблемы, связанные с реализацией самой игры. Кривая камера, кривые хитбоксы. В этом вся сложность. Так-то она не сложная.
На Каприке орал прям. Но мне кажется, ему нарочно так прикрутили и собак, и локацию неудобную, потому что без всего без этого он унылый просто. Ну, зато потом было как приятно, когда победил. А, так ты с помощниками ходила, а, ну понятно. Только не Солбро, а Санбро. Ну да, когда кто-то отвлекает внимание, то... А монетки для повышения ковенанта. Бутылочка одна, 24 тысячи. Я думаю, что мои миллионы так утекают быстро. Счастливо! Счастливо. Thank you.
Я не знаю, как сейчас, но раньше, когда я ее first ранил, ну, у меня лицензия была, понятно, поэтому там ко мне еще вторгались, поэтому я без напарника проходил только из-за того, что у меня в человеческой форме было пока криполом ходить. Я уже потом начал PvP-шить, когда игру прошел. Первая часть канала была дерьмовой. Я помогал кому-то уже только во второй части, когда играл. Прямиком. В целом, да. Но они, наверное, боялись, что это вообще задумку все убьет, вот это вот вторжение механики, что такое. Поэтому, наверное, не стали добавлять. Котика не было. Там надо условия какие-то выполнять, там же с бухты-барахты все не происходит. Ой, Лимас, иди нахер. Ненавижу их, блядь. Да ш... Ничего, заюзать не успел.
Я даже точно не помню условия его появления в склепе. Я точно помню, что гробница гиганта с ним надо будет встретить. Не, он в склепе стопудово появляется, даже если ты его в катакомбах не видишь. Ладно, народ, я на этом, пожалуй, закончу сегодня. Продолжим в следующий раз, не знаю, буду ли я в выходные стримить. Ну, там видно будет. Ладно, всем спасибо, кто смотрел, всем удачи и всем пока.